как жить вообще в нашей стране или вообще как жить. В первую очередь надо сейчас такая, мне кажется, такое время, когда пришло время подумать о себе. Как ты живешь, человек? Надо закончить, мне кажется, бухать, курить. Для начала вообще просто закончить это делать. Вот. Когда человек закончит это делать, у него станет жизнь идти немножко по другим рельсам, потому что, ну не знаю, сознание, может быть, человеческое, оно имеет такое свойство меняться. И время такое, мне кажется, пришло вот поменять немножко сознание, избавиться от всего лишнего и выбрать правильный путь. Потому что если ты его не выберешь, правильный путь, то ты погибнешь элементарно. Сейчас все к этому идет. Вот. Нужно перескакивать на другие рельсы. Другие рельсы. Как-то подключаться к силе Спаса, которая идет из космоса. Но не, к ней надо подключиться, очистив свой как бы кристалл, мозг, компьютер, чтобы он был настроен для как бы приятия вот руки, с которой тебе протягивается сверху. Вот. А для того, чтобы к этому подключиться, да, для этого нужно как бы быть свободным человеком, максимально свободным человеком от масса вещей, которые превращают тебя в узника, в раба, в глупого, в управляемого человека. То есть начинать в себе искать как бы дверки, ведущие к освобождению тебя как личности. Избавляться от всего, что тебе мешает. Находить возможность, как это сделать с собой. И уверяю вас, жизнь начнет как бы меняться в лучшую сторону. Вот, если вообще есть желание жить. Потому что у многих, мне кажется, его нет просто. Вот. Должно быть желание жить, и нужно сделать сейчас правильный выбор. Мне так кажется.